По истечении 2 суток, когда клей уже окончательно высохнет, необходимо увлажнить бумагу. Проще всего это сделать валиком. И после того, как она основательно намокнет, она свободно отслоится от нашей плитки мозаичной. После того, как бумага основательно промокнет, ее нужно подцепить с уголка шпателем и аккуратненько отслоить от плитки. Угу. Остатки бумаги с плитки можно снять с помощью увлажненной губки.